прапрадедушка, Светацкий Алексей Иванович, 1907 года рождения, был призван на фронт в Великую Отечественную войну. Дома его остались ждать жена и 5 детей. Он был разведчиком. Много историй он рассказал о том, как он выполнял много опасных заданий, о том, как он приводил немцев. На одном из заданий рядом с ним взорвалась бомба, его контузило. Его положили в госпиталь. Через месяц он опять же вернулся в строй. И вот мой прапрадедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. У него было много наград. О том, как он дошел до Берлина. 3 ордена Красной Звезды за взятие Вены и многие другие.